Ну все, набрал водички себе в дорогу. Можно отправляться дальше. Сейчас еду на Нижний. Стоянку стал, ветер вообще капец. Не знаю, сейчас если видно будет. Вон, дверь вообще только отпускаешь сразу. Улетает. Машину шатает вообще все. По луже, наверное, видно. Спойлер скрипит. Нужен болт такой, вот, траверса. Ну там отлетел, открутился. Болт и крышку взял на бак у меня. Крышечка же модная такая. Сейчас проверить, она не она. О, она. Тут изолента намотана еще. Изоленту убрать все. О, как говорится, другой базар. Короче, второй раз на те же самые грабли наступил. Приехал, а у меня выгрузка завтра. Ну, сейчас что делаю? Короче, пельмени сварю со сметанкой. Да кино буду смотреть, что. Делать больше нечего. Да, тут марафет пока в кабине потихонечку тоже навожу. Он все мою, в чашку налил воды. Потихонечку все мою. День отстоялся. Сейчас запустил машину. Аккумуляторы чуть-чуть погонять, аккумы. Чтоб завтра не бегать с проводами. Эй, дядя, прикури! Потому что сутки как бы... Ну не то, что бегать, дядя, прикури, как бы до завтра все равно спокойно. Сутки, наверное, двое. Ну, двое, конечно, не двое. Высосит уже аккумулятор и фен. Но сутки я простоял бы спокойно. Ну все равно как бы... Хуже не будет. Минут 20-30 еще поработает он. Так, вот на Нижегородской объездной. Сейчас, в общем, сборный груз собираю. У меня на выгрузке получилось один палет неправильный, соком загрузили. В общем, сок возврат, один палет на Лебедянь. Вот Дзержинский загрузился на Воронеж одной точкой. И сейчас еду сам Нижний Новгород. Еще одной точкой загружусь. Тоже на Воронеж. Приехал вот на вторую точку. Сейчас буду расчехляться. Ладно, камер не буду. Вот, получается, я гружусь такой хренью. Вот это первая точка у меня. А это возврат палет. Вот. Ну, тоже за него заплатят, то, что назад везу. Ну, что, вот и первый снег у нас. Как народная примета гласит, от первого снега 40 дней считаешь, и как бы выпадает уже на всю зиму снег, который будет. Так вот, это третья точка загрузки вот у меня. Получается, в частном секторе в таком. Зима настала, однако, ребята. Главное, сейчас нам тут не забуксовать. Ну, вот так вот двигаюсь. Короче, тросик газа лопнул. Так лезть неохота его делать. Мне тут осталось, можно сказать, километров... Блин, 10 с натягом, если все брать, достоял. И что-то
так неохота лезть. Ну, вроде 50-40 едет. Колонну такую сильно не собираю сзади. Так что доедем потихонечку. Мама колесом. Кама. И вот ее износ. Но оно не взорвалось, ничего, оно спускается. Это у меня на запаску пойдет. Потом это перебортирую. На той стороне оба меняю. В общем, нульц. Нулевый. Это все у меня уже накачанное. Все, там чуть-чуть еще докачать его сейчас. Разгрузочный сработает, и все, и хватит. Ну и все, два колеса еще собираем, потом колодки еще клепать буду. Сейчас колодки все снимать, клепать колодки. Колодки наклепал, здесь внутри я их не чистил. Сначала ковырю вот эту вот всю хрень. Здесь резиночки должны стоять, но я не знаю, их или не ставили, или они улетучились куда-то. Ну, она вот так вот должна резиночка тут стоять. Сейчас еще получше все почищу, смажу, все и ставлю. Так, ну что у нас по колесам получается? Перед новый, зад видно новый, да? То что, ну полностью весь новый. Прицеп новый. Здесь почти новый. Здесь тоже новый. Грузился вот так, короче, по 90 градусов. Сломался, грузился. Грузился на Эдельвейсе. Едем в Тольятти. В общем, у меня тут такая история приключилась. 200 километров от дома отъехал. Ну, еду опять на Тольятти. Везу воду боржоми. Увидели, да, показывал. Да, загрузка такая геморройная была. Там по 90 градусов вставал. Ну, в общем, что, отъехал 200 километров от дома отъехал. Тамбов уже проехал, сюда в сторону Пензы вышел. В магазин, думаю, пойти попить, в дорогу водички взять, попить. Кинулся, сумки, короче, нету с документами. Ни денег, ни документов. Ну и сумки, соответственно, нету. Распереживался, думал, украли. Потом домой позвонил жене, да, говорит, дома. Короче, дома сумку с документами оставил, уехал. Ну что, звонил, привозили. Хорошо, хоть есть кому позвонить, чтоб подвезли. Вот так вот, короче, такая неприятная история, да. Как бы ничего страшного, ну и ничего хорошего нету. Пришлось побеспокоить, там свои дела были, мне пришлось беспокоить, что привезли, в общем, так. Ну а так, что, едем, вот время 5 вечера уже, а нам еще километров 600 пилить. Выгрузка завтра утром, так что, да здравствует опять бессонная ночь, прям. Братан поморгал, типа обгонять можно. Будем пытать обгонять. Вот, не переключаясь, ничего. Спасибо, поморгаем. Нормально на гору так груженому с двадцаточки, там 21 тонна почти. Как шел на пятой повышенной, так пошел.
президентский мост разрушили, что ли? Мне дорогу, походу, прокладывают какую-то. Что-то делают, что-то строят опять. Что-то неправильно построили, перестраивают, в общем, так сказать. Ну а я, да, я в Тольятти разгрузился. Ну и уже вот я в Ульяновске уже вот, по президентскому мосту еду. Все, стройки, стройки, стройки. Вот эту колейку ментозавры держат. Сейчас кто-нибудь начнет обгонять, посмотрим. Ну как бы 60 едем, как бы ничего, но все равно. Они ее специально придержали. Вот сплошная пошла, сейчас сплошная пошла, скидывать будут. Вот было 60, стало 50. Ну ладно, сейчас знак 40. Вон, видно их. Оп. Куда-то встать. Так, загрузился, выезжаю с этого, с Ульяновска. О, кольцо Симбирское. Симбирск. Все, сейчас по прямой. Саранск, Пенза, Тамбов. Ну и Липецк. В общем, как-то так. Движемся потихонечку, движемся. Время у нас по местному 10:30, по московскому 9:30. Так бы нормально. Потихонечку едем. Так, кольцо свободное. Пока газу, 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 газу. Все, мы кольцо проскочили. Вернее, заскочили на кольцо. Теперь проскочили. Ну все, вперед. Вот еще едет дорожная угроза. Я не знаю, по мне бы я такие машины запретил бы на дороге общего пользования выпускать. Только по полям и все. Тормоза в любой момент могут на нем отказать. Аварийность страшная на нем. Ну как аварийность, если на нем ты куда-нибудь впендюришься или у тебя кто-нибудь впендюрится, то это, считаю, у тебя шансов нету там, чтобы легким испугом отделаться. Вот. Потом условия там все против водителя созданы. Просто у меня как было такое чудо. Заднюю включить, пальцы об капот ударил. Переднюю включить, пальцы об панель ударил. Тормоза то есть, то нету. Движки говно это. Ну и так, вообще машина как бы... Уж для своего времени, может, да, хорошая была, но на данный момент, я думаю, уже все, она свое и жила. Просто-напросто уже все. Прошли ее туда.
заводе. Там разгружают меня сзади потихонечку. Кара туда-сюда мотается. Так что такое видео из кусочков, всего помаленечку, в общем. Сейчас разгружусь. Не знаю, погода нелетная. На мойку поеду, не знаю. Ну, как бы дома по-любому его чуть-чуть обмою. Кабину по-любому обмыть надо, а то ржаветь нить опять начнет. И на следующий год придется опять все переваривать. Это вот доменная печь дымит. Это завод Новолипецкий у нас. Здесь, как говорится, из одного металла льют. Медаль за бой, медаль за труд. Сейчас вам наружу покажу, что с машиной. Такой красивый выглядит он у нас. Сейчас помыться надо. Посмотреть, как будет выглядеть. Ну все, на месте. Сейчас за 1,5 рубля нам помоют его нормальненько. Эта сторона какая? А? Да, я говорю, та сторона какая, и эта сторона какая. Для сравнения.